Всем привет, с вами Пиксел, и мы продолжаем играть в игру под названием Зуба. И у нас наконец-то началась новая неделя, да. Начался у нас новый ивент. Тут новый ивент начался, то есть по боевому пропуску. И плюс еще начался ивент по событиям, ну и сбросились все очки на персонажах. Ну там, до 1000, до 1100 рейтинга, у кого сколько было до этого. Теперь у нас синенькие какие-то очки, обычные, да, вот видите, без всяких дополнительных орнаментов, то есть пока что нету никакого спойлера о том, что могло бы быть. Ну, просто вот винтик начался, будем смотреть, что получится. Итак, сегодня начнем на Кубке Фини. Я вот посмотрел сетапы немного, и все берут сейчас вместо трубки себе последним четвертым артефактом копье. Ну, нитро-копье, и типа они играют через это. Я пока что хочу попробовать через трубку, посмотрим, что сегодня получится. Как раз в сложных боях это затестим. Ну, а дальше будем уже думать, может быть и правда пора делать копье. Но трубка дает вам иммунитет к урону любому, когда вы находитесь в воде, хотя бы на те же 5-5,5 секунд, ну если берем максимальный уровень, да? Когда вы играете с копьем, плывете по воде, вас стреляет жираф, вас стреляет Мило, вас стреляет панда, вас стреляет, ну, все стреляют, да? Кидают гранаты, и чё? И чё? И ничего, вот именно, вас убивают, пока вы плывете в воде. Немножко обидненько, если такое будет, поэтому вот я и не хочу как раз брать себе вместо трубки что-то там, типа, не для копья. Ну, посмотрим. Возможно, это кажется намного лучше. Так, ну чё, пока что все хорошо. Есть две аптечки, есть фулл серебро. Можно, в принципе, тащить на топ-1. Главное сейчас кому-нибудь найти, да, и убить. Ну, или хотя бы золото дропнуть. В принципе, почему надо сейчас в кусты засесть и сидеть? И как бы это будет самый лучший вариант, да? Вы видали, куда мне копье выстрелило? Это был выстрел на автомате, который я, ну, туда не делал, он просто сам туда выстрелил. Обидненько. Ну, обидненько, однозначно. Такс. Пока что все нормально, пока что уходим от атаки бычка Бака. Он очень странный какой-то. Ну и чё ты тут стоишь? Ну и... Блин, какой-то странный бык. Однозначно. И чё? Видали, да? Через стенку пролетело. Ох уж эти кенгуроиды. Кенгуроид, иди сюда. Смотрит он на меня, смотрит, понимаете, с своим дальностью обзора. Пойдем, наверное, сейчас тогда в кустик. Ну, видите, реально мало трубки сейчас, да, на 6 уровне. Может быть, стоит на 7, но там плюс 0,5 секунд. О, Дона засела. Как думаете, допрыгну до Доны? Я думаю, что допрыгну. Ах ты... Он же жираф. Вот как мне уже достал он? Пришлось на него нападать. Куда она делась? Где Дона? Кто-то ее видел, а то я что-то это самое... Ну, как обычно. Впрочем, ничего нового, да? Ладно, сейчас мы ее найдем. Это Дона странная очень, на самом деле, по геймплею. Берем это. Там, короче, кенгуру играет через... Ну, легендарная граната, напалм, тройные гранаты. Ну, в общем, прикольненько. Противничек будет под конец. Надо бы с ним, наверное, разобраться прямо сейчас. Ой, что-то... А как... Ну, что за бред? Ну... Сколько он будет бегать по воде? Вот я не понимаю. Ну, что за бред? Оп, поставим стеночку. Бахнем кенгуроида. Сейчас он на Бака пойдет. А потом мы выйдем и развалим их двоих. Ну что, погнали? Домой, бачок, домой. Наглости ему не занимай, да, видели? Тащил как царь. Ля-ля, какой дерзкий кенгуру. Ну чё, победа или нет, ребятки, как думаете, а? Смогу ли я осилить сейчас кенгурушника? Опа,
Да что за баги-то? Ну ё-моё, вы видели, я попал, вы видели. Ай, все, не могу, короче. Не могу просто эти баги. Ай, короче, ладно. Победа есть победа. Что по итогу первого боя? Трубочка была полезна? Была. Немножко была, но баг, конечно, это вообще было. Баг, это было весело. Ладно, отправляемся дальше. Баг, блин, с этими сандалиями святого по воде бегал. Тем более бегал долго, там либо 7-й, либо 8-й уровень даже. Джей 10-го уровня. Почему я в нее не попал? Я притул к ней толкнулся. И что было в итоге? Конечно, не попал. Еще один акула агрится. Так, надо сейчас вести себя немножко поадекватней. Потому что ботов нету. Там акул, кстати, с ботинком играет. Тоже видел такую сборку. Но мне как-то она не зашла. Я еле-еле пытаюсь отказаться от трубки. А там еще акул с ботинком играется. Ну такое, знаете ли. Куда ему еще и ботинок? Не понимаю. Вот же нубасики. Надо было добивать его, наверное. Я сейчас ошибусь, да? Ну вот видите, короче, не добил акула копьем и все. Потеря-потерь. Даже против такого нубаса, который через ботинок. Ну бывает, что. Ошибся немножко. Бывает, да. Обидно, обидно. Так, ну погнали еще раз, попробуем. Вот опять же, нет уже какой третий бой. Пока пользы от трубки не особо никакой не было. Но не было таких ситуаций, что надо было выживать. У меня больше ситуаций те, что лута нету, да, какого-либо. Ну, Фоши. Да, блин, ну вот, вот я направлял все на кенгуру. Куда оно мне полетело? Конечно, не на него. А зачем на него лететь, да? Зачем? Да куда нажимайся, ты на... Ну я... Вот... Ой, я не могу. Ой, не могу, гореть начинает. Кенгуру, да выйди ты уже, задолбал ты меня. Бесишь. Не, ну си... О, сейчас Джоуи забрал аптечку. Конечно. Вот просто посмотрите, что он делает. Посмотрите на этого неадеквата. Он полный. У меня горится. Да иди ты нафиг, хамелеон. Да... Задолбали хейтить. Ну серьезно. Каждое вот существо должно меня почему-то захейтить. Уйдите отсюда нафиг. Ух, бесит, ух, бесит, ух, горит. Ладно, нормально. Ну просто вот реально, что они делают, такие неадекватные вещи. У меня с этого так горит. Этот кенгуру, который в притул просто к акуле стоит, ему пофиг вообще на все. Почему он в притул стоит к акуле вообще? На уровень выше. Тоже вот Никс неадекватный тоже, что он делал? К чему это все было? Непонятно. Ой, все, короче. Никсы это да, это отдельный разговор. Так, кто это там был такой интересный? Ну, я промахнулся, бывает что. Боже, капкан. Ну, вот куда оно летит? Ну, вы видели, ну? Вы видели, как я... Боже, Брюс, да успокойся ты, ну? Что ты за существо-то такое? Вы видели, ну? Ой, не могу, ой, не могу. Ой, не могу. Ляньте, ляньте, агрится, агрится. Интересно, забрали здесь аптечку или нет? Давайте посмотрим. Забрали, конечно. Ты что, еще забрал? Ой, ладно, погнали Брюса тогда убивать. Раз такое веселое дело. Боже, да что с тобой не так, ну? Обезьян, успокойся, ну. Вот понимаете, да, вот понимаете, ну лишь бы умереть в зоне. Ну лишь бы. Ой, не могу. Обидно мне, когда вот такие вот ребята играют в игру. В плане того, что ну зачем ты это все делаешь? Играй ты нормально. Не, я буду страдать фигней, ты шо? Кто, если не я, да? Да боже, ну я ж попал, ну. Да вы задолбали! Боже, акулы, ну вы... Так, чё ж такой хейт-то, дети, а? Да стреляй ты, ну ёпт! Задолбал.
Вот понимаете, вот что они делают, да? А я не понимаю. Как-то так. Ну серьезно, ну просто... Ой... Мне чтобы нормально все делать. Нет, мне просто лезут на тебя в наглую, в притул. Чтобы что? Чтобы какой-то в один выстрел тебе сделать, а в итоге ничего у них не получается, потому что, ну, тебе урона не хватает, логично, да? И как бы все. И вот это на вот этом вот они заканчиваются и... Зачем? Ну, ладно, ребят. Мне там будем заканчивать. В принципе, что я могу сказать? Вердикт еще не основан. Надо будет еще катать и смотреть, что по поводу трубки есть. Иногда помогает, иногда нет. Нету было мне сейчас боев с дальниками в основном, да? То есть там были Брюсы, Баки. Кенгуру не такой уж и дальник. Там только гранаты меня немножко кидал на льду. Ну и как бы вот. Никсы там тоже не особо меня стреляли. Поэтому сказать точно сейчас нельзя еще. Пока что трубка бесполезна или нет, но... Можете пока что ее свапать вместо копья. Или наоборот. И на этом, в принципе, будет все хорошо. Ладно, на этом закончим. Если видео вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь, оставьте свои комментарии. Не болейте, не скучайте. Всем пока-пока.